Привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня я продолжаю играть в Майнкрафт с модом Pixelmon, да. Так, в прошлой серии мы построили себе небольшой домик, наконец-то вылечили своего покемона, и провели несколько боев, да, два, и их выиграли, да. Так, в этой серии я даже не знаю, чем заняться, я думаю, достроим немножко этот дом, не достроим, хотя бы еще немножко, улучшим его, и... Так, сначала переплавить, ну, сделать. Так, а уголь? Уголь, наверное, вот тут. В сундуке. Так, а где уголь? Нету? Так, ладно, нету. Так, ну ладно. Потом добуду. Нету. А, нет, есть, вот тут, забыл. Так, песок, да. Так, сделаю себе сундук. Так, дуб, вот тут. Еще добыл себе немножко. Потом, думаю, что вне серии я добуду себе еще немножко... алюминия и железных слиток, железо. Так как я думаю, вам не будет интересно опять наблюдать за мной, как я шастаюсь по шахтам и добываю. Чтобы просто-напросто сэкономить время, да. Так, поставим сюда. И... Так, сделаем еще дверь. Одну и две, да. Ставим ее сюда и сюда. Так. Немножко закончим строить наш дом. Совсем немножко. Так. Думаю, что можно еще будет добыть... Или не знаю, сегодня построить врата в ад или нет. Портал, не врата. Или потом, вне серии, вне эпизода. Не знаю, посмотрим. Может, еще прогуляемся вот по этому лесу. И найдем несколько покемонов, чтобы выиграть у них. И немножко прокачать нашего. Вот этого. Так... Какой голос у него прикольный. Так, ладно. Может еще сегодня, ну так, уровни 5 ему прокачаем. Думаю, будет хватит. Упс. Так, величим. Так, готово. Что там у нас? Какие дела? Стеклом. Немножко есть. Так, сюда. И... Так. Что-то здесь... Нехорошо. Ладно, увеличим. Или нет. Или да. Так. Ладно. Так, сюда. И здесь. Или здесь нет. Потому что здесь, если я это разобью, уже не поставлю в другое место.
Так. Ну ладно, пусть будет тут. Сюда. И вот туда. Так, сейчас. Вот сюда. И застеклим. Да. Вот так. Да. Так. И здесь, вот сюда. Так. Сейчас сделаем кровать. Сделали и поставим ее так сюда. Ставься кровать. Вот. Еще один сундук. Двойной. Так как этот у нас будет для разных прибамбасов покемонских, а этот для ресурсов или наоборот, неважно. Так. Сейчас, ну, такой уютный домик. Так, стекла нет, зато здесь есть. И хватит. Так. Ну, и это, да. И поставим сюда. Здесь не знаю, что будет. Ну ладно, пусть будет так. Сначала. Сейчас, сейчас, сейчас. Да. Переместим все это. Лакетч. Сейчас попробую. Был один комментарий, чтобы я вот эту штуку одел на своего покемона. И он будет быстрее качаться. Ну, сейчас попробуем. Да, все-таки она оделась, как видите, здесь в углу, на иконке, вот здесь. Покемона появилась какая-то штука. Так, может, это можно посмотреть? Да. Да, могу снять, могу одеть, могу снять, могу опять одеть, вот сюда. Так. Статус. Окей, конечно, окей. Скиллы и характеристики. Да, все-таки оделась эта штука на него. Да, я думаю, он будет быстрее качаться, так как мне сказали в комментариях. Ну, посмотрим в будущем, в дальнейшем, что с этого получится. Немножко улучшим здесь. Не бы лопату, нету. Сломалась, да. Так. И сюда еще так. Увеличим этот проход как бы. Нет. Вот так. Думаю, в следующем эпизоде уже можно будет начать делать покеболы, так как уже необходимо просто их делать, чтобы, ну, чтобы ловить новых покемонов. Так, можно их куда-то посадить, не знаю куда. Так.
Где-то тут, думаю. Вот. Да, вот так. Сюда. И сюда, да. Так, можно еще немножко здесь осветить все. Нам проход, дорогу. Да, вот так. И возвращаемся в наш дом. Бежим, бежим, бежим. Так. И сейчас сделаем небольшой забор. Да. Как раз хватило. И поставим вот здесь. Что-то лагает. Так. Здесь, думаю, сделаю продолжение и построить еще какой-то дом. Вот здесь. И вот здесь тоже. Ну, посмотрим потом. Сейчас, я думаю, можно пойти немножко покачать нашего покемона. Ну, как назло, сейчас ночь, и ночью не так много покемонов, как днем. Ну, постараемся найти. Так, Иви, а мне как раз он нужен. Хотела его словить и превратить в какую-то, не знаю, эволюцию психическую. Ну, как назло, сейчас у меня нету покебола. Ну ладно, убьем его. Так. Атака огнем. Она сильнее, чем обычная. Так. И последний удар. Нет. Предпоследний. Или нет, еще один. Так, все. 12 уровень, сразу 2 уровня. Так, можно этого. Так, еще здесь можно осветить. Чтобы ночью. Нет, 2 уровень слишком слаб для нас уже. Да. Мы уже блатные. 12 уровень. Так, а ты какой уровень? Не вижу. А, тоже большой. Ладно. Идем искать. О, вот. Это нам нужно. Желтые. Как они называются? Априконы. Ладно, будем называть их так. Априконы. Да. Так. Белые-белые нам не нужны. Я думаю, что нет их и этих. Априконов есть много, разные виды, ну, не знаю почему, но думаю, что нам нужны только вот эти. Желтые и черные, так как мы будем делать сразу самые лучшие покеболы. Вот. С этих делаются обычные покеболы, грэдболы, еще какие-то. Мы будем делать сразу хорошие, да. Так. А ты какой уровень? 4. Слаб. Ну, ладно. Так, не убегай. Стоять. Вот это сложно попасть. Да стой ты. Вот капут. Стой. Наконец-то. Да. Один удар, он уже у нас сильный, как-никак. И притом огненный покемон.
Они все сильные. Так. Еще можно немножко деревца нарубить. Совсем немножко. Да. И как раз в это время будем искать покемонов, которые будут встречаться нам по дороге. Так, сколько у нас есть? Так, где? 19 штук. Думаю, где-то 30 набью. Сейчас уже топор сломается, я так думаю. Так, сколько? 31 штука. Ну, думаю, хватит. Пойдем поищем немножко покемонов. Не, этот сильный, я так думаю. 14 уровень. Думаю, что да. Ух, сколько их тут. 4 штуки одинаковые. Ладно, этот 7 уровень. Ну и так, сильный. Еще умрем. Нет. А, нет, выиграл. Я уже думал проиграл. Ну ладно. Так. Может, все-таки сначала пойти величить его, а потом может еще... Так, 6 уровень. Ну попробуем. Не знаю, что с этого получится. Нет, все-таки умрет. А, нет, с одного удара. Неплохо, неплохо. Ладно. Вот, это нам тоже нужно будет. Да. Ну ладно, еще немножко. Да, 40, да. Готово, ладно. Сходим домой, вылечим его. Нашего покемона, и потом может еще прокачаем его к, не знаю, 15 уровню, может к 16, как получится. Ну, сначала нужно вылечить, да. Так как у него только 3 жизни осталось. Так, одна штука уже дозрела, и хорошо. Так, вот тут. И посадим вот сюда, да. Это еще нет. Ладно. Так, эти уже 2 полные. Дозрели уже полностью. Эти еще даже не начали. Странно. Ну ладно. Сходим, величим нашего покемона. Лечись, лечись, лечись. Готово. Ладно. Так. Дом в воздухе. Так. Немножко здесь вот так построим, чтобы не казалось, что дом у нас летает. Да. И так. Хватит плавать. Так. Вот сюда. И вот так. Так. Упс, опять упал. Ну ладно. И вот тут, вот сюда. Да. Пойдем. Нет, что-то здесь не так. Да, что-то неровно у нас получилось. Не здесь я хотел. Ладно, сколько? 2. А здесь... Секунду.
Так, пусть будет так. Нет. Вот так. И сейчас... Опять упал. И сейчас... Сейчас. Ну ладно, пусть будет так. Потом перестроим. Да. Так. Ладно. Пойдем. Опять дозрело. Все. Второй раз именно это. Здесь можно? Нет, здесь нельзя. Ладно. Так, пойдем, может, еще прокачаем несколько уровней нашему покемону. 1-2, как получится. И думаю, что можно будет заканчивать нашу серию. Так. Думаю, вот этого потом поймать. 10 уровень. Этот какой уровень? Второй. Ладно, нападем на это. Думаю, этот очень сильный. А нет. Нормальный. Как раз. Так. Сейчас где-то я видел, ну, 19 уровень. Ну ладно, попробуем. Дом недалеко, можно будет сбегать, величить. Да. Сейчас мы умрем. Бой закончился, никто не выиграл. И мой покемон не умер. Не знаю как. Так, уйди. Третий уровень, ну пусть будет. Так, сейчас вот там наш дом. Опять увеличить нужно. Так, бульк. Так, бежим. Так, еще не дозрели. Так, второй уровень. Ладно. Можно еще раз выиграть. Чармандер. Довольно-таки сильный. Согласитесь со мной. Или нет? Так, давай. Лечись. Так. Что там у нас? Какую... Да, зря я сюда пошел. Еще умру сейчас. Упаду куда-нибудь. Вот это меня не радует. Так. Ну убивай ты уже меня. 47 уровень. Зря я туда полез. Да ты долго тянуть будешь с этим. Ладно, убегаем. Можно? Да. Не убежали, но умерли. Ладно. Так, где... В какой-то шахте. Выбираемся отсюда. Падла. Так, уже там что-то дозрело, я вижу. Нет, еще нет. Жаль. Так. Я уже не знаю, сколько раз упал сюда. Нужно сделать потом... Так, нужно потом сделать здесь забор, чтобы не падать каждый раз, когда спускаюсь. Так, думаю, что этот эпизод уже довольно-таки долгий. Не знаю, может где-то минут 20-22. Или где-то так. Так, бежим, может найдем еще одного покемона. 12-й, 5-й. Ладно, убьем и этого. Да, убили. И наш покемон 15-й уровень. Ну, может еще этого, если получится, конечно. Ну, постараемся. Думаю, не знаю даже. Вроде одинаково. Или нет. Да, мы выиграли. Потому что у нас был critical hit, критическая атака, и нам повезло. И благодаря этому мы сейчас думаю, что выиграем. Да. Уже почти... Какой?
Почти. 16 уровень. Так. Кто-то потерял. Ладно, ну думаю, что против этого уже проиграем. 16. Даже не знаю. Думаю, что да. Ну сейчас посмотрим. Да. Все-таки мы проиграли. Ну ладно, думаю, на этом стоит заканчивать. Этот эпизод был такой, как бы, не знаю, строительный. Закончили, ну не закончили, немножко построили наш дом. Так, это опять дозрело. Можно собрать. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Эдисон. Всем удачи, всем пока. Продолжим в следующем эпизоде.